Гос де ара, хо энте оси геленес, катастрофу то ес фору апроген, то энте утханепе ное неас поэсаминос, эпихерейн тоси носиотеси. Так. Гос де, ну гос, наверное, здесь когда. Де а, то есть а когда, следовательно, ара. Ара это следовательно. Дальше находим подлежащее. Подлежащее это гой геленос. Гой геленос. Подлежащее. Причем в атрибутивной позиции написано энте осия. То есть греки в Азии. То есть азиатские греки. Ну или малоазиатские греки. Катастрофа. То катастрофа то это медиапассив, даже скорее пассив. С апогоген форум. То есть, когда азиатские греки, или когда азиатских греков заставили платить дань, кто заставил платить дань? Ну, из предыдущего параграфа мы понимаем, что это был Крес, царь Лидия. Или когда азиатские греки были принуждены, заставлены к выплате отчислений каких-то форса, с этого момента то энтелхен, ну кто крёс, да, это уже сказуемое эпиноэ, неслитная форма глагола эпиноэо. Это значит, эпиноэ значит задумывать, затевать, намереваться. С этого момента крёс задумал, что сделать. Эпихерейн, эпихерейн напасть, то есть атаковать, совершить атаку, нападение на кого? То есть на Сиотесе, на островитян. Как? Поэсаминос Неас, сделав корабли. То есть построив флот, построив Неас, построив корабли, с этого момента Крёс задумал совершить нападение на островитян. Теперь второй параграф. Эонтон де хой пантон хэтоймон эстен наупэгиен. Хоймен биэнта легуситон прия неа апикомин сардис. Годе питаконтон митюленайон и румену крысу эй ти эй и неутерон перитен и лада. Эй понто таде катапаусы тен наупыгиен. Такое длинное предложение. Так, мы видим в начале предложения что? Генитива, да? И еще и причастие. Ну, конечно, мы должны догадаться, что это генитивус абсолютус. Эонтон – это от глагола быть причастие. Такая неслитная форма, конечно, да. Наверное, можно так перевести. Когда или после того, как все, пантон, было готово, готово для чего? Для кораблестроительства, для того, чтобы строить корабли, да? Агой – это не артикль плюралис. Это датив сингулярис. У него, это у Крёза. Это Крёз в дативе. И вот когда или после того, как у Крёза было все готово для того, чтобы строить корабли, а дальше совсем другой гой. Гой это уже именно артикль мужского рода множественного числа. Причем тут есть гой мен, а дальше есть гой де. То есть одни люди во множественном числе и другие люди. То есть есть две версии. Одни люди гой мен, легуси. Дальше начинается аккузатив с конфинитива. Одни люди говорят, что Биант, ну, знаменитый мудрец, Биат Пиренейский, когда он пришел в Сарды, апикомен эс Сардис, а другие говорят, что Питтак, ну тоже мудрец, Митиленский, Питтак, тоже логическое подлежащее, поэтому в аккузативе. После того, как... Это, кстати, еще один генитивус абсолютус. Два генитивуса абсолютуса в одном предложении. После того, как крёс эромено. После того, как крёс или когда крёс спросил. То есть на вопрос крёза. А дальше начинается вопрос крёза. По сути, это косвенный вопрос. Именно поэтому здесь вот это косвенный вопрос. Эй, неотерон перитеса хэлада. И именно поскольку это косвенный вопрос, здесь поэтому глагол быть в оптативе. Эйе. Что же спросил крёз? Когда Крёс спросил, если ж эти эйе неотерон, если что-нибудь новенькое, что касательно Эллады, то есть какие новости из Эллады вообще, что там происходит нового?
И вот мудрец, ну, по одной версии это был Биант, по другой версии это был Питтак. Он, это логическое сказуемое, наконец-то, да, аккузативское инфинитив, он, то есть один из этих мудрецов, Катапаусы. Катапао это, ну, это пао с приставкой кота. Ну, можно сказать, положил конец, что ли. Приостановил строительство флота, можно сказать, наложил вето. Ну, отговорил, тут так не сказано, но, можно сказать, отговорил Креза от наупагии, да, то есть от того, чтобы строить флот, сказав вот это. Сказав следующие слова, таде – это местоимение указательное, обозначающее некий анонс новой информации. То есть то, что будет в следующем абзаце, это и есть таде, следующее. То есть эйпонта таде, сказав следующее, биант или питок как бы положил конец, точнее, удержал Крёза от того, чтобы строить флот. Катапауза – это наупаген. Катапауза – это инфинитив аориста. Да? Что же сказал мудрец? «Обос лео, насиоте гипон сюну неонту мюрион, эсаристика эписен эн ноэхонто стратеус». О царь! О царь! Значит, эти самые островитяне, насиоты, кстати, первое склонение, да, они сюн онеонты, то есть они не просто онеонты, а вместе онеонты, онеонты покупать, то есть они как бы в складчину или вместе покупают, скупают гипон мюрион. Интересно, что здесь слово гипос, конь, в единственном числе, а при этом числительное, да, 10 тысяч. Ну, как бы, либо 10 тысяч коней, либо просто очень много коней. Очень много лошадей, очень большое количество конницы закупают островитяне. Дальше у нас причастие конъюнктум, эхонтас, имеющие в чем? В уме энно. Имеющие в уме, то есть замышляющие. Поскольку они замышляют, что сделать? Стратеустхай, то есть пойти походом, поэтому они покупают коней, пойти походом в Сарды и на тебя конкретно. Эссардоска эписе. То есть они собираются на тебя напасть вообще-то. Для этого они коней покупают. Кройсон де элписанталеген акейну алетхея эйпейн. Айгар тутут хеой поэссеян эпиноон несиотеси. Элхен эпилудон пайдас сюн гиппойси. А крёс кройсон де. Это продолжение. Почему крёс в аккузативе? Потому что это продолжение аккузативского инфинитива, который был задан вот этим глаголом легусе. А крёс же, да, крёс же, поскольку он понадеялся, поскольку он пришел к выводу, что ли, да, к заключению, что вот этот мудрец Экейнон, да, он говорит правду, то есть что мудрец ему не врет, но на то он и мудрец, наверное, да, поскольку он надеялся, что мудрец говорит правду, он, логическое сказуемое, Эйпейн, сказал, тады, да, я от себя добавлю, Айгар тут от хой поясы, да? Ах, вот это выражение Айгара значит, ах, если бы. Ах, если бы боги поясы сделали бы оптатив ауриста. Ну, как бы тоже, можно сказать, внушили. Если бы, ах, если бы боги внушили как и куда? Эпиноон. То есть он продолжает подхватывать это выражение, энно, да? Только с другим предлогом. Если бы они как бы внушили им в мозг, в сознание, убедили их, а кому внушили? Этим островитянам. А если бы боги внушили островитянам в сознание мысль, вот эту, да, тут, видимо, да, мысль, которая заключается в том, чтобы элхен эпи пайдас, в том, чтобы пойти, элхен – это инфинитив от глагола эрхумай в аористе. Пойти на кого? На детей людон. Но это, видимо, такой восточный оборот. Дети – это подданные, видимо, имеется в виду. Ну, так или иначе написано, пойти на детей лидийских с лошадьми, на лошадях. То есть Крёс от этой мысли даже как-то возбудился. Да? Ах, хорошо бы, чтобы боги, ах, если бы боги внушили эту мысль островитянам, чтобы они на детей лидийских пошли с конницы. Четвертый параграф, да, это, да.
Тонде гиполабонта фанай, о басилео, протхимос мой файне аэусисхэ, десиотос гипеуменос лабейн эпейро, ойкото элпизон. Тон — это, конечно, мудрец, который пришел к Резу, да, греческий. А продолжение легуси, продолжение аккузативу секунд инфинитиву, поэтому здесь в аккузативе. А он, да, сказал фанэй, да, от фэми инфинитив, хиполабонта, либо подхватив, либо перебив. А он, перебив, подхватив то, что говорит Крёс, сказал: «О царь, о Басилео, мне кажется, мой файне». Файне — это второе лицо от файна мой, да, неслитная форма, вот неслитная, гласная, потому что ионический диалект. «Мне кажется, что ты...» Это второе лицо файне, да, единственное число. «Мне кажется, ты, что ты...» «Мне кажется, что ты, протхюмос...» Протхюмос — это значит как-то усердно, увлеченно, с усердием, ревностно просишь или молишь о том, чтобы островитяне, чтобы нет, не островитяне, чтобы ты ревно, мне кажется, ты производишь такое впечатление на меня, что ты очень, очень сильно, протхюмус, молишь, просишь, эуксостхай, правда, таурис, да, что сделать? Лабейн — это инфинитив от ламбана в аористе, как бы схватить, поймать, перехватить кого? Несиотус хипеоменус, островитян на лошадях, прямо на материке. Но дело, видимо, в том, что островитяне больше склонны к тому, чтобы плавать на кораблях, а материк, где нужны лошади, это место, где они скорее проиграют. Поэтому он ему и говорит: «Царь, мне кажется, ты производишь впечатление человека, который прям сам понадеялся на то, что ты сможешь схватить вот этих неприученных к лошадям, но при этом скачущих на лошадях островитян прямо на материке. И мне кажется, что, понадеявшись на такой расклад событий, ты ойкото элпизон, ты надеешься на вполне правдоподобный исход событий». То есть это надежда вполне разумная, да? Ойкото элпизон. Несиотос дати докейс эухэске алоэ эпэйта тахиста эпитхюо эпиутхон тосэ мелонта эписвиси но пегейст хайнеас, лабейн ароминой, людус энд халаса, гина гипер, тон энте эпейро, ойкеменон, геленон, ти сон тайсе, тус де, тусю дулосус эхис. Такой длинный вопрос. Ти, вопросительно ти. Потом до кейс, естественно, не слитная форма до кейс, да, но второго лица, тем не менее, да, в значении, видимо, решать. Но почему ты думаешь, почему ты решил, что дальше Насиотас, да, почему ты решил, но, да, но почему ты решил, что островитяне Насиотас просят, желают, хотят, молят о чем-то другом? Ведь эпейта тахиста, видимо, как только. Ведь как только они узнали эпютхонту, да, аурист от эпютхономой, узнали что? Что ты, Се, Мелонта, собираешься как бы, ну, совершить морское нападение на них, эписфиси, то есть, сев на корабли, совершить на них такую морскую атаку. После, как только они узнали, что ты это собираешься сделать, почему же ты думаешь, Тидокис, что они, Насиотас, молятся о чем-то, хотят чего-то другого, нежели... Нежели, нет, они тоже, видите, они аромины, они молятся, они тоже желают. Ведь дело в том, что они хотят, желают, молятся, чтобы кого? Лидийцев, ну, то есть твоих подданных, схватить на море. То есть ты мечтаешь, что они придут, это я от себя добавляю, ты мечтаешь, что они, в общем, не умея обращаться по-настоящему с лошадьми, придут на материк, и на материке ты их схватишь, а они-то надеются, что ты, по сути дела, не имея опыта морского, построишь корабли и нападешь на них, и там-то они тебя на море схватят, потому что они сильнее на море, а ты сильнее на материке. То есть ты думаешь воспользоваться их слабостью, а они надеются, даже молятся о Ромине, воспользоваться твоей слабостью. Они надеются схватить тебя на море, а ты надеешься их на материке схватить.
Так вот, почему ты думаешь, что они на что-то другое надеются, иначе как схватить тебя халаса на море, чтобы гина, чтобы. После гина должен быть конъюнктив. Вот он конъюнктив от глагола тину, отплачивать. Чтобы отплатить тебе, то есть наказать, по сути, тебя. Наказать за что? Юпер, за что? За греков, тон геленон, каких конкретных греков, живущих на материке. То есть они, островитяне, хотят тебя выманить. Они даже рады, что ты строишь флот, и хотят выманить тебя в открытое море и там тебя наказать за то, что ты обижаешь материковых греков. Каких греков? Тех греков, туз, я думаю, что туз это как рус, это относительное местоимение, а не артикль, которых ты, поработив, ну, эхис, имеешь, то есть держишь свою власть. Еще раз. Тон де гиполабонта фаны. А вот этот мудрец, перебив или подхватив мысль Криоза, сказал: «О, царь, мне кажется, что ты производишь впечатление человека, который очень сильно, очень страстно, Прутхюмос, возжелал Эуксестхой, скачущих, на, что довольно смешно, на лошадях островитян, схватить Лабейн. Где? На материке. И ты, возжелав этого, ты вполне надеешься на что-то разумное. Это разумная надежда. Но ведь на Сиотас-де, ну почему же ты думаешь, Тидокис, что сами островитяне хотят чего-то иного? Ведь как только они узнали, что ты собираешься построить флот и пойти на них на корабля, против них на кораблях, почему ты думаешь, что они что-то иное хотят, нежели схватить лидийцев твоих подданных на море? Для чего схватить? Чтобы за материковых греков тебе отомстить, тех самых греков, которых ты поработил и их держишь в своей власти, порабощенными. Пятый параграф. Карта де гестхене кройсонто эпилогу кайгой просвеус гардокс и легин пейт хоменон паусест хайтес на ОПГС. Дальше все еще продолжает работать вот это слово легуси, где оно тут было. Где-то оно тут было. Вот, легуси. То есть это продолжение одного большого аккузатива секунд-финитива. И поэтому здесь крёс в аккузативе. Крёс – это логическое подлежащее. Крёс же, гестхене – это инфинитив пассивный от гэдома, радоваться. Крёс же очень обрадовался. Карта очень сильно обрадовался. Дальше у нас датив. Это дативус каузы. При глаголах, которые выражают какие-то чувства, в частности, гэдома, ставится аккузативус каузы. Да? Крёс же очень сильно обрадовался вот этому эпилогу. Ну, что значит эпилогу? Ну, да, то есть философ, неважно, кто это был, Биант или Питтак, произнес какую-то речь. А в конце добавил вот эту мудрую мысль про то, на что надеются островитяне. Крёс очень сильно обрадовался вот этой добавке речевой, так сказать. То есть тому, что в конце речи сказал философ. И гой – это, опять же, датив инг сингулярис. Вот этому философу, ну пусть это будет Биант. И вот этому философу, допустим, Бианту, поверив, и поскольку, да, это причастие конъюнктов, поскольку он поверил этому философу, пейтхоменен гой, ведь после глагола пейтхомен нужен датив, вот как раз датив. А здесь небольшая такая паринтеза, да? Ведь он решил, ну кто он, крёс, гар, ведь он решил крёс доксой, что философ говорит легин, ну как-то очень правильно, очень убедительно, просфюэус, неслитная форма. Еще раз, крёс, ну ведь начну со вставки, но и крёс, ведь он решил, что философ говорит очень правильно. И последним словам речи философа очень карта, очень обрадовался Хестхену. И поскольку он, пейтхоменон, гой, поскольку он ему поверил, то он положил конец, или, можно сказать, остановил паусестхой строительство флота. Тест на ОПГС. Ну, генитив после глагола паумы. Кайгуто тоси тайснесус экеменоси иоси ксенин сюнетхекото. Сюнетхекото – это сюнтитхами, да, в аористе. И таким образом, гуто, подлежащее здесь не выражено, это, конечно, крёс,
И таким образом крёз, кстати, тут аккузатив с инфинитива заканчивается. Поэтому здесь глагол в личной форме, а не в виде инфинитива. И таким образом крёз составил, установил что? Ксениен, то есть ксенические связи. С кем? С тосе, ойкоменосе, иосе. С ионицами, то есть ионическими греками, которые живут, таснесус, с обитателями, ионическими греками, живущими на островах, с этими обитателями этих островов, таким образом, Крес установил ксенические связи, то есть дружеские связи, ксенин синтеку.